Как тебя зовут? Привет, меня зовут Вика. Как ты узнала о волонтерском центре «Шамирак»? Мне об этом рассказала моя мама. Какие добрые поступки ты совершила, будучи волонтером? Я ходила к бабушкам и дедушкам, помогала им по дому, и также ходила в магазин покупать продукты. Также я очищала на руках. Как проводишь время после рабочего дня? Я иду домой или гуляю. Возникали ли проблемы во время волонтерства? Все проблемы, они достаточно быстро решались. Какие советы можешь дать людям, которые хотят стать волонтерами? Чтобы они приходили, пробовали и показывали себя и раскрывали свои таланты.